Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы с вами будем тестировать вот такой вот пенный очиститель для ковров и обивок от Faberlic. Появилось место, где срочно нужно и можно его протестировать. Итак, поехали. У меня мой маленький художник нарисовал на диване ручкой. Причем нарисовала так капитально, практически пол дивана, да? И мне очень интересно вот именно вот этот момент от ручек фломастеров проверить, справляется ли это средство или нет. Представляете, это довольно такой объемный баллон, большой, да, пеночиститель для ковров, тканей и обивок. Мы с вами уже пробовали его, но так как у меня не было пятен, недостоверно, грубо говоря, 302,52 его артикул. И мы с вами перед использованием хорошо встряхиваем баллон, равномерно распыляем средство, да, у нас будет пена такая обильная. На пластик мы должны быстро удалить, если у нас попало, да, видимо, с пластиком несовместимо. Пена у нас находится на диване 1-3 минуты, то есть совсем чуть-чуть. И потом мы с вами обрабатываем поверхность тряпкой, губкой или жесткой щеткой. Пропылесосить после высыхания или протереть насухо чистой тканью. Вот так. Будем сейчас тестировать. Вот как выглядят пятна от ручки. Они тут повсеместно практически. Сейчас будем с вами наносить пену. Так. Так, все, покрыли все пеной, ждем 3 минуты. Смотрите, пена ушла. Ручка пока на месте. Сейчас буду вот такой щеткой тереть, а потом сухой губочкой. Непонятно. Пока непонятно. Но вроде исчезает, да? Так, сейчас посмотрим. Да, исчезает. Ой, как здорово, девчонки. Сейчас еще потру. Ну, вроде все отошло. Чуть-чуть совсем прям потерла. Немножко усилий приложила. Вот это у меня не ручка, это я не знаю, что-то как будто как прилипло. И сейчас влажными салфетками вот так немножко средство уберу. Такое нечистое. А потом сухой тряпочкой протру уже. И красота. Достаточно долго, правда, сохнет. В прошлый раз я когда так диван обрабатывала, у меня только к утру, мы вечером с вами тестировали, у меня только к утру вот это место высохло. Можно робот-пылесос еще сюда запустить на диван. Я так делаю. Так, теперь берем тряпочку и вытираем насухо. Ну как насухо? Не получится, потому что это диван. Но хотя бы как-то. Ручки нет, и это здорово на самом деле. Значит, средство работает. Работает довольно быстро, да, всего 3 минутки. Помощник уже лезет. Далеко, как смогла, грубо говоря, насухо так вытерла. Еще, конечно, он мокрый, ему сохнуть и сохнуть.